чуть-чуть начали, конечно, не так, как мы хотели. Сказалось, возможно, разница в возрасте, да, такой уровень контакта для них был не очень привычен. Плюс не было понимания, да, что конкретно играет защитник, как они защищаются, поэтому в ходе игры мы это пытались распознать. Что в целом и получилось, да, после перерыва. Мы там переговорили, устранили какие-то наши недостатки в игре. Ребята исправили качество нашей защиты, да, повысилась коммуникация. Мы адаптировались, да, к этому напору, который создал нам соперник. Ну, во второй половине, отдаю им должное, они исправили полностью ситуацию. Мы были в некоторых моментах очень хорошо и в защите, и в нападении. Мы хорошо защищались и также давали отпор в атаке, и сразу же забивали после хорошей защиты, и это хороший плюс в команде. В принципе, игру мы провели очень достойно. Ну, есть, конечно, пробелы в защите и взаимодействии, но мы исправим. С ребятами поговорим, с тренерами, собрание будет, посмотрим игры, разберем ошибки. Я думаю, что все нормально будет. Мне было интересно, конечно, посмотреть, на каком уровне находится наша сборная команда, потому что давно нету практики как раз-таки международных игр, и мы немножко не понимаем, на каком уровне мы находимся. Я думаю, как раз-таки такие игры нам позволяют, да, понять свой уровень. Понятно, что это такой возраст, всем есть над чем работать, очень много пробелов, но играть с сильными командами — это всегда лучше. Ты тогда быстрее учишься и быстрее добиваешься хорошего результата. Для них на сегодняшний день я считаю, что это была замечательная игра, которая, в принципе, им даст дальнейший вектор. Мы будем, в свою очередь, стараться, чтобы таких игр у нас было как можно больше. Я рад за эту команду и вижу, при правильной работе у них большое будущее.